Приехал наш заказ из Чехии с нашими цитрусовыми. Распаковываю. Вот как это выглядит внутри. Ну вот наши цитрусята так запакованы. Все содержимое посылки. Я сняла эту упаковку, которая защищала от холода листья и стебли. Потому что не было видно. Вот упаковано вовнутрь было вместе с наклейками. И где что, было непонятно. У нас был коллективный заказ. Всего 9 растений. Горшки, видимо, были политы перед отправкой. Тяжеленькие. Ну, вот так это все выглядит. Покажу только свой заказ. Вот это такое длинное, как удочка, растение. Это азимина трилова, сорт Summer Delight. Я их собираюсь высадить в открытый грунт и укрыть на зиму. Так, дальше такое маленькое и духленькое. Это мейва, кумкват. Так, и апельсин Таро канцелярный. У всех что-то подсажено сверху. Но грунт очень мокрый, надо пересаживать срочно. Кумкват мейба сильно залит горшок. Я его ставлю постоянно на полотенце, и полотенце быстро мокрое. Корни хорошие, но горшок они не оплели еще. Пока пересаживать не буду. Буду сушить грунт. А вот апельсинчик просится к пересадке. Ну вот какие корни. Сейчас посадим вот в этот горшок. Апельсин Тарока нуцелярный. Вот я его пересадила. В новый грунт. Душ теплый, янтарная кислота и в грунт, и по листьям. Нуцелярный, значит, сохранение материнских признаков, то есть растение будет соответствовать сорту, ну, идентичное материнскому. Гарантия, во всяком случае. Сажаю азимину, сорт Summer Delight, летнее наслаждение, из чешского питомника Адава. Ну вот такую ямку я выкопала и обложила все досками. Дальше буду ее заполнять. Столько земли выкопала. Это южная сторона, то есть саженец будет смотреть прямо на юг. Рядом персик, но он затенять не будет. На одну я покрошила ветки, затем листья и растительные остатки. Затем возвращаю слой плодородной земли, дерн, зола, доломитка и торф с песком. Это все помешаю. Дальше ведро компоста. Все это перемешать надо, конечно. На компост посыпем микроорганизмы с грибами. Все это заливаем водой много. Посмотрим на корни. Ну, слабоватый, прям скажем. Дай бог, чтоб зиму перезимовал этот саженец. Сажаю на холмик. Ветер какой у нас. Сейчас все это засыпем. Ну вот как бы и все. Ну вот я его спрятала в такой тубус. Листики, конечно, надо будет потом оборвать и еще утеплить. Вообще азимина не требует никаких укрытий. Она очень морозостойкая. Но у меня очень молоденький саженец, я боюсь.
Решила все-таки пересадить мэйву. Я ее подсушила. И сейчас этим займусь. Вот какие корни. Была заглублена корневая шейка значительно. Я возьму гораздо меньший горшочек, чем планировала. Ну вот, где-то так. Было. Стало. У нас новая теплица. Производство Бельгия. Латвийский поставщик. Есть такие форточки, жалюзи. Так они приоткрываются для проветривания. И две форточки на крыше. Вот эти лилии наверху, они функциональные, это от птиц, чтобы они не садились. Можно их не ставить. Но мне сначала тоже не нравилось, но решила все же поставить. Там есть еще очень много всяких наворотов. Как-то притенение от солнца, полочки стеклянные, ну много чего. У нас такая базовая комплектация. Один инжирчик спеет у меня там до сих пор, который в прошлую зиму вымерз весь. Это наросло за сезон. Это, конечно, не зимняя теплица. Ну, сейчас здесь 16 градусов. А за бортом вот почти 9. Гибискусы в цвету.